11 июня прошел прямой эфир Казанского федерального университета, посвященный актуальным аспектам развития российской экономики в эпоху постпандемии, месту и роли университета в современном обществе, а также глобальным рейтингам образовательных учреждений. На вопросы сотрудников университета, студентов и журналистов ответил проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Сафиуллин. Задачу, которую мы ставим в ближайшие два года, мы должны удвоить количество и педагогов, которые работали и имеют опыт работы в топовых университетах. Топовые – это те, которые входят в топ-300 вот, по ведущим рейтингам КУЭС, ТИЧИ и это РВУ. И мы вышли, ну скажем, на тот, хотя никто не верил, на тот уровень публикационной активности, который позволяет нам сейчас быть видимыми, позиционироваться. Кроме этого, проректор по вопросам экономического и стратегического развития затронул тему новых программ развития российских университетов. Окончание программы повышения конкурентоспособности совпало и с окончанием программы научно-исследовательских университетов. Сейчас будет два конкурса в одном. Назвали «Российская программа стратегического академического лидерства». Мы гарантированно попадаем в первую группу по опорным вузам, но гарантированно во вторую группу научно-исследовательских университетов. Трансляция стрима прошла на нескольких онлайн-площадках, на сайте КФУ и Универ ТВ, а также в аккаунтах университетского телевидения, во ВКонтакте, Twitch и на YouTube. Отметим, что запись программы будет доступна на сайте телеканала Универ ТВ и на YouTube-канале. Повтор стрима смотрите в субботу на телеканале Универ ТВ. Эльвира Зорина, Универньюз.